Я на Халдаме, опять наверху. Ну и вот видно, что пожарщики вовсе ни в каком не в Китае, да, вон дым идет. Вон дым идет, это Ягодное. То есть горит вдоль трассы, как я говорил, вон там дым идет. То есть на Николаевск, туда на север, где еще осталась тайга. То есть жгут тайгу там. А якобы со стороны Китая, ну спорно вообще, особо не видно. Видно, что он столбы поднимается с точек возгорания вот такими вот. Ну так же, как от труб. Так что вот такая хрень, короче. Все, в общем, так вот. При этом в эту сторону очень даже ясно. Тут облачность стандартная, никакой не дым. А там видно, вон четко, на сторону Бельго, получается, Ягодная, как я говорил. Ну оттуда и тянуло. То есть СМИ брешут наглым образом. Вполне себе. То есть цель просто вырубать лес. Деляны, которые запрещены там кедрать. Сейчас они их пожгут. Типа, а потом будут вырубки делать пожарные. Вот вся тайна дыма в Комсомольске над Амуром. Причем, заметьте, в Солнечном никакого дыма нет, да? Что тут 400 километров, если бы горело? Что тут до Солнечного еще пятнашку додуть? Якобы, если 400 продуло. То есть, вот такая хрень, короче. И тает все страшно. Вот, выперло все. Уже за 3 дня тает нафиг.